Элис? Слава богу, меня слышно? Да, все хорошо? Дэниел знает и... Элис? Элис пропала более суток назад. Выжить одной в этих краях почти нереально. А с какой стати ей звонить вам, не местным федералам? Дэниел Бейли, вы работаете с Элис? Да, она была одной из инициаторов этого тимбилдинга в лесу. Обалдеть! Красота! Как же здорово! Я даже не ожидала. Итак, леди, никаких телефонов, выходные без соцсетей, корпоративной почты, ваш настоящий детокс. Квест был устроен так, что могло показаться всякое. Например, что за вами следят. Какой-то мужчина приходил в наш лагерь ночью. Элис сама виновата. Мы сами делаем свой выбор. Однако мы не всегда можем избежать последствий. Да, Элис? Просто скажи им правду. Они сошли с маршрута. На привалах их не было, поэтому я позвонил копам. Вы все рассказали разные версии того, что там случилось. Это наш долг достигать цели. Мы это умеем. Зачем вы здесь на самом деле? Правда всегда шокирует. Город тайн. Исчезнувшая.